вице-мисс-старшеклассница 2015 в Нижнем Новгороде. Что я могу сказать о проекте «Мисс-старшеклассница»? На самом деле это уникальный всероссийский проект. Я прошла долгий и нелегкий путь, прежде чем дошла до финала. Благодаря проекту я смогла раскрыться, попробовать что-то новое. Да все участницы смогли попробовать себя в каких-то новых амплуа. Каждая из нас смогла преодолеть какие-то свои собственные барьеры, страхи, может быть, даже. И более того, этот проект безумно сплотил нас всех. Мы стали просто одной большой семьей с девочками и организаторами. Было как-то даже немного грустно, что все так быстро закончилось. Вообще, финал это было яркое и незабываемое шоу. Лично я получила просто мега эмоции. Это было от жуткого волнения до полного счастья. Девочкам с Казани и Ижевска я желаю получить кайф на сцене от собственного выступления. Вот это самое главное. Если вы будете искренне кайфовать от своего выступления, то и жюри будет наслаждаться вашим выступлением. Я благодарна этому проекту за все открытые передо мной возможности. Я благодарна нашим организаторам Кате и Оле. Я хочу также большое спасибо сказать хореографу Арине за крутую танцевальную постановку. Да и вообще всем спонсорам, которые с нами работали, проводили мастер-классы, поздравляли нас. Ну а самое главное, я хочу сказать большое спасибо своим родителям, которые всегда были рядом, своим друзьям, которые поддерживали меня не только в день выступления, но и на протяжении всего проекта. Они были со мной каждый день. Мисс-старшеклассница – это реально крутой проект. Девчонки, участвуйте, вы получите просто мега-эмоции. Всем удачи, всех люблю, всех целую.